Так, вот сейчас мы уже расслабились, размассируем, да, сейчас все и проверю. В принципе, уже хорошо ходит. Так. Теперь мощная декомпрессия. Опускай, опускай голову. Глаза закрываем, челюсть смыкаем. Сначала так подтянем, подтянем. Всего позвоночника. Жена привела мужа на экзекуцию. Села, чтобы держать таз, потому что до крестца может дойти реакция. А мы расслабляемся. И еще раз. Так, приходи в себя. Да не, не кружится. Что было? Прям по позвалку. До конца. И позвоночник сотрясы. Тебе так что надо сделать. Ну скажи, что не страшно, не больно. Нет, не больно точно, но это прям расслабляющий. Такая приятная боль. Вот так вот. А если вы не с нами, то много теряете. С вами был Олег Гудвин. Тригидромзоновые и банки с кровопусканием пиджама называются. Расслабьтесь. Слегка расслабляемся. Потянем, потянем. Ой, бля. Было? Было еще как. Все, достаточно. Друзья, если вы не с нами, то подписывайтесь.